Вітаю в ефірі телеканалу Репортер студія з вами Кристина Черновалова. І сьогодні говоримо про чемпіонат світу, який відбувся 22-26 вересня в Румунії. З карате та кобудо до нашої студії сьогодні завітав президент Федерації Окінавського дзюру карате до Ірику Кабудо України Валерій Кусі. Вітаю вас! А також спортсмени, які безпосередньо брали участь у змаганнях Юрія Кондратенка та Константин Біляєв. Вітаю вас! Вот, перше первое питание для вас, Валерий, расскажите про достижения украинцев на чемпионате, та, з чем приехали, та, чим чем порадуете. Ну, в первую очередь я бы хотел сказать, что сегодня Всемирный союз Федерации карате занимает одну из лидирующих позиций на мировой арене. Вот после, соответственно, Всемирной федерации карате ВКФ. И э, несмотря на то, что Сегодня достаточно было тяжелое такое положение, там коронавирус и все. Вот. Румыния находилась в красной зоне, но тем не менее им удалось собрать 39 стран, более полторы тысячи участников, 68 федераций присутствовало на данном чемпионате, 78 судей международной категории. Вот. И чемпионат состоялся с большим, с большим успехом прошел. То есть э, самое приятное, что самая сильная федерация именно сборной федераций, такие как сборная США, сборная Мексики, Словакии, Чехии, Франции, Германии, то есть они были в полном составе, России, вот. самые ведущие спортсмены все прибыли. Это было ярким таким, говорится, примером, ярким достижением этого чемпионата. Что касательно нашей национальной сборной, то в общей командном зачете среди 39 стран в разделе карате, то мы на шестом месте. А в разделе кобудо, кобудо это работа с традиционным оружием, это был успех и наша национальная сборная команда с таким большим отрывом вышла на первое место, завоевав 31 золотую, 31 серебряную и 20 бронзовых медалей. Вот, оставив позади сборную России, сборную США, сборную Словакии, Швейцарии, Германии, вот, э -э, Румынии. Грации, Греции, Франции, то есть таким образом. То есть я был очень счастлив этим. И э, очень хороший такой толчок дали наши дети. Это дети, которым там 6-9 лет, э, юнаки, юноши, которым там 10-11, 12-13 лет, и кадеты юниоры То есть очень выступали все э, в пяти разделах, поскольку данный чемпионат э, пока бы отличался тем, что... Он проходил по двух дивизионах. Это дивизион с длинным оружием — это бо, шест и эку, это весло. И короткое оружие. Короткое оружие разделось на нунчаку, а кама — это серп, это тинбе — это щит и короткий меч, это сай — металлический жезл, вот. и э, томфа. И наши спортсмены, говорится, я провожу… Максим усилия к этой подготовке, к этому чемпионату, поскольку сам в 2003 году выступал на чемпионате мира на Кинави в Наха, знаю, что это такое, поэтому как-то сложно, как это тяжело, потому что обязательно нужно проходить два круга, вот, два раунда. То есть даже независимо, если ты один выступаешь в категории, в любом случае ты будешь делать два круга. Если ты во втором круге допустил ошибку, ты получаешь 0 баллов, дисквалификация, все. То есть в этом немножко буду отличается от карате, от формально комплекса, что ну, малейшая ошибка тебя, тебе не ставят баллов, тебе ставят ноль баллов и все, и ты можешь идти на скамейку отдыхать уже. Вот. Юлия, Константин, похвалите своими медалями. Я вижу, что вы сегодня пришли с таким э, богатым багажем. Ну, можете вы первым. Ну, собственно, хвастаться медалями – это ну, очень непривычная такая вот вещь, я немножко расскажу, в чем я выступала. У меня было пять категорий по Кабудо и одна категория по Катакудзюрю. В Кабудо я выступала с длинным оружием, это было Бо и Еку, и короткое оружие это Кама, Нунчаку и Сай. Вот. И, собственно, категория ЭКУ мне принесла золотую медаль. Вот. Это было очень волнительное, потому что как бы, я, ну, мне все нравятся виды, с которыми я участвовала, но вот к ЭКУ у меня какое-то особое такое тяготение, потому что когда ты берешь в руки это весло, ты себя немножко по-другому чувствуешь, ты вот как-то мысленно переносишься в те времена, когда совершенно по-другому относились к своим орудиям труда, и оно могло тебя и защитить, и прокормить. И немножко как бы романтизирую я этот вид оружия, и очень волнительно было получить именно в этой категории золотую медаль. Вот. Но остальные тоже как бы я благодарна тому, что у нас была борьба. Вот у нас даже были участницы из Америки. Это было очень здорово, потому что американцев действительно была большая команда представлена на чемпионате. И элемент состязания – это на самом деле очень приятно. Это гораздо круче, чем просто получить медаль. А, вот очень волнительно соперничать, что ли, даже не соперничать, а именно состязаться, почувствовать, в чем ты сильнее, в чем ты слабее. Ну, вот как-то так. Константин, как еще до вас? А, мне выступление очень таки понравилось, и но соревновательный момент, как заметила Юля, потому что в моей категории были такие, так сказать, метры Кабудо из Америки, Германии, Словакии и Швейцарии. То есть это были реально очень сильные ребята. Если у них еще черные пояса. И это, и это, как бы уже категория ветеранов. Они уже очень давно этим занимаются. Это, у меня это было первое выступление. Вот. И вот бронза, самая первая бронза, это у меня была за Каму. Это было вообще самое первое выступление. Я помню, ладошки, помню, потели. Камы выскальзывали, но ты их как-то там пытаешься вы... сдержать, чтобы они не вылетели. Пытаешься все еще правильно сделать. И я когда, ну, а еще перед тобой, когда выступали Швейцария и Америка, это было как бы вообще, я еще ни разу не выходил на такой большой уровень. То есть максимум, где я участвовал в чемпионате Украины. Вот, и когда они еще перед тобой выступали, первое выступление, ты чуть-чуть теряешься, но потом когда собираешься, и вроде все, все... все получилось. Потому что ну, ребята были действительно сильные, действительно красивые. Это все было здорово. Вот. Ну а вторая медаль была в ЭКУ. Мы там зацепились очень сильно <laughs>, со швейцарцем. Валерий Мдесович его знает. Очень сильный соперник. Ну, как-то вот получилось. Вы подкреслили, что американские спортсмены очень сильные. Кого еще видели своими конкурентами, кроме Америки и Швейцарии? Германия была достаточно сильная. Германия, Словакия. Словакия, да. Греция. Нас. Румыния. Хорошие спортсмены вот в Румынии. Вот. Ну, в основном. И, конечно же, Россия. Uh -huh. То есть вот. Россия так уж... А Россия, да. Россия среди а, юниоров и среди кадетов, я бы сказал, выступила одна из лучших. Только в этом моменте они только 7 золотых медалей забрали в категории юниоров. Молодцы. Uh -huh. вот. Ничего не могу сказать. Ну, там очень такие уже достаточно ведомые спортсмены, майоров Дмитрий, которого я уже его в течение 10 лет наблюдаю на всех чемпионатах мира, очень сильным, вот, еще ребенком его помню, как он выступал. Вот, богатейший опыт у парня, он выходит, он, он, на сцену, это его, это его жизнь, все. Он выходит, он совершенно другим становится. Несмотря что выступал и в ката карате, и в комите выступал, и тут же выступал в ката кабудо, потому что нагрузка была очень тяжелая. Я надеюсь, что на следующем чемпионате, мы это пересмотрим, и технический комитет немножко раз определит, потому что очень сложно, когда вы выступаете, сконцентрировались на одном виде оружия выступать, вот, потому что любая потеря оружия — это дисквалификация. Выронили вы с руки, выскочили, вы снова поймали — это уже дисквалификация. Поэтому Константин правильно заметил, что руки потели, переживал, боялся. Вот. Поэтому когда люди концентрируются на одном, а тут их вызывают на следующую площадку делать ката карате, либо там выступать в кумите, это нужно перестроиться, понимаете? Это говорится, как петь песню и танцевать. Вот, поэтому я думаю, что организаторы следующего чемпионата как-то это у, возьмут, потому что достаточно очень сложно. К примеру, с Южной Африки, пока будут выступали спортсмены, я восхищаюсь этим спортсменом. Я его судил, и он Молодец, насколько тяжело было. Он занял первое место среди юниоров в разделе «Бо». Молодец парень. Вот. И тем не менее выиграл и ката карате, и ката кабудо. То есть это очень тяжело. Психологически был стресс полный. Стресс также был и у американцев. Америка сама по себе, во-первых, привезла национальную сборную. У них одна национальная федерация карате и кабудо. Вот. И она приехала в большом составе. Швейцария в большом составе приехала. Германия в большом составе. С Германией мы еще встречались в 2003 году на Окинаве. Эти спортсмены, действительно, они уже ведущие, они уже мастера, они черные пояса, они участвовали с Константином в категории ветеранов. Вот 36-50 это Энди Джаредт э, Германия, Марко Мерфи Швейцария, то есть это ведущие э, чемпионы, ведущие спортсмены вот, в данном виде, кабудо. Вот, не только в кабудо, но и в карате, и в комите, они вот, также выступали. поэтому… Достаточно э, разностороннее, ну, и самым главным было, э, ну, может быть, зрителям это нашим не так будет понятно, но а что такое Кабудо? Кабудо, кобу с японского — это прекратить, до — это путь, прекращение пути. Поэтому, э, когда участники соревнующихся демонстрируют, они должны проявить не только красоту владения оружием, но и реалистичность этого владения хорошие стойки, реалистичность удара, нанесения, то есть это очень многое, вот и те люди, которые выполняют, допустим, с камой, да, работать СЕРП, ну малейшая ошибка, вы можете отрезать палец себе, отрезать ухо, отрезать нос, вот. но безусловно по правилам всемирной федерации мы запрещаем, поэтому одевается насадки специальным, потому что до на прошлом чемпионате в Европе, в Дании и на чемпионате мира в Словакии были моменты, когда люди резали лицо, резали руки. Вот, это пятые, шестые данные, вот, черные пояса, которые выступали. Вот, потому что ну, малейшая ошибка она приводит к травме. Вот, поэтому организационный комитет это запретил. Вот. Но тем не менее, когда видишь яркость, правильность выступления, дух завораживает. Понимаете, это очень красиво, это здорово. Вот. И те, кто это понимают, они понимают, что такое кабудо, что такое оружие. Потому что оно несет с собой огромную историю э, окинавской культуры, древнеяпонской культуры начиная с XIII века. Вот. И то, что мы сегодня и изучаем, и пропагандируем, это большая культура и большая история древнеяпонской культуры и древнекитайской культуры. Поэтому я счастлив, что сегодня город Одесса и наша национальная сборная команды Украины стала таким ядром сердцевины развития этого данного. Также я очень рад, что Именно мне э, удостоилось быть главным судьей на этом чемпионате по кабудо. Также я являюсь председателем судейской коллегии Всемирной Федерации по кабудо. Вот. И следующий наш чемпионат будет состояться в США, в город э, во Флориде, в Майами. Вот. Поэтому с 25 июня по 2 июля. Поэтому особо расслабляться не стоит, э, поскольку я прекрасно понимаю, что выиграть в Соединенных Штатах Америки будет достаточно очень сложно, но я не теряю таких надежд ни в коей мере. Почему говорю, что тяжело будет выиграть? Данный чемпионат и Всемирный Союз Федерации карате сделал очень многое тем, что он объединил. Объединил те всемирные федерации, международные федерации, которые занимаются различным направлением Кабудо. То есть на данном чемпионате присутствовала первая Всемирная федерация — это ассоциация сохранения и развития рюкю Кабудо, Хазон Шинкокай, ассоциация сохранения и развития Шинбукан Кабудо, Тен -шин Кабудо. А затем присутствовала Шинпа Матайоши Кабудо, и европейская и японская организация. То есть Рюкю Кабудо Хозон Шинкай Окинава Джапан, отдельная японская ассоциация. То есть Множество организаций ⁇ это не только представители были с разных всемирных федераций. И они сегодня, как мы сами за этим грубым словом, собрались для того, чтобы совершенствоваться, развиваться. Это прекрасно, это здорово очень, когда есть единая цель, люди занимаются развитием культуры, искусства. Это просто превосходно. Хочется повернуться до та до тренувань саме до этого чемпионата, который уже прошел. Питание до спортсменов. Тренування це не так, не, так, не, так, не так, як фізична підготовка, як моральна підготовка. Як готувалася, можливо, якісь традиції, якісь свої прикмети у вас були до чемпіонату. Будь ласка, хто ну, перший, хто хочу. хоче? Ну, так. Тренування у нас проходили три місяці ежедневно, в 6 утра. Ти вже починалася тренування. Вот. <кхи> Кожен день. без перерыва, дождь, не дождь, тренировались, 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 потому что готовились, готовились, готовились. Не давал нам сенсей продохнуть. В, в парке нас все победы, да, нас все видели, нас мы узнали все. В 6 утра мы все тренировались и Геннадий Леонидович Труханов часто проходил, гуляя со своей овчаркой. Часто От нас самого видел. маленького до, сан... до найстаршего, так? Да, Вы... да, да. То есть готовились сборная на баскетбольной площадке, мы тренировались. Помимо этого, сборы проходили у нас в конце, э, 10 на сборы в конце июня были. Мы тренировались на песке в Затоке, на берегу моря, потому что тренировались рано утром, в 4-5 утра, вот, для того, чтобы была нагрузка, потому что смена... И климата, и часовой полюс тоже играет большую роль, хотя с Румынией у нас практически одинаково, но для того, чтобы работать э, с оружием, нужно иметь крепкие, сильные ноги, это очень важно, хорошие позиции. А работать с веслом, это нужно уметь э, правильно, это нужно наносить удары и черпать песок, потому что веслом идет основной удар, и потом песок нужно выбрасывать наверх. Это очень тяжело делать, очень тяжело. Поэтому спортсмены тренировались таким образом. Ну и, конечно, после у нас в конце июня, как я уже сказал, были сборы. И в конце, в, не, в первых числах семинар «Черных поясов», за что я хочу выразить огромное спасибо Сергею Васильевичу Кивалову, потому что он предоставил нам на бесплатной основе в течение 10 дней свою базу по подготовке. Вот. Это было, были международные сборы, потому что приезжали спортсмены из Молдавии спортсмены из, были, из Словакии, спортсмены были из Азербайджана. Вот единственное, что ведущая сборная Казахстана не смогла приехать из-за коронавируса, их не выпустили из-за красной зоны. Вот. Ну а так спортсмены готовились очень сильно. И я еще раз хочу выразить огромное спасибо Сергею Васильевичу за эту, за эту поддержку, потому что те базы, которые он предоставлял нам вот, и предоставляет по сей день, они очень многое дали. Дали э, в смена. Площадок, смена татами, зміна е, дорожек. Це дуже много-много дає. Ось ви сказали про спортивну інфраструктуру. Так. Як ви оцінюєте її в нашому місті? Чи достатньо її для та для підготовки, чемпіонів, чемпіонів, чемпіонів світу, та для таких масштабних змагань? Для проведення зборів НТЗ, ну, мабуть, лучше бази, ніж у Юридичеві Академії, я ще в городе не видел і не вижу. Это единственная база, где можно готовить спортсменов. Но из нас еще есть база на ЧМП. Вот. Все. Что касательно проведения масштабных мероприятий, там, чемпионатов мира, чемпионатов Европы, то, ну, наверное, не только я, но все одесситы ожидают, когда все-таки в городе Одессе появится настоящий дворец спорта, и тогда мы сможем смело принимать и проводить здесь чемпионаты мира и Европы. Поскольку это... Ну, во-первых, это большие капиталовложения будут и для города. Вот. Это хороший имидж для нашего города, для наших одесситов. Вот. Я думаю, что все-таки власти города Одессы и Одесской области как-то приложат в этом усилие и сделают. Потому что а, несколько для того, как я уже говорил ранее, для того, чтобы проводить, страна принимала у себя чемпионат мира, она должна, во-первых, выиграть тендер на проведение этого чемпионата. Второе, она должна быть сборной, национальная сборная должна быть в пятерке сильнейших стран. Потому что никто никогда не поедет в ту страну, где нет сильнейших спортсменов. Нет смысла просто. Вот это раз. Второе, город должен соответствовать инфраструктуре полностью. Поэтому а то, что сегодня мы видим, и вот Международная академическая школа, Машо, да, она соответствует всем требованиям вот, европейским. Шикарно, построено все, сделано все хорошо. Туалеты, бассейны, вот, кафе, все. Инфраструктура отличная, то есть ничем не уступает. Вот. единственное, что э, сам, э, допустим, если брать спортивный комплекс, да, то есть он должен соответствовать, э, допустим, по размещению, там есть размещение на полторы тысячи, там на три тысячи, на пять тысяч зрителей, то есть определенные стандарты, которые должны соответствовать. То есть пока у нас такого нету. Вот. Ну, я донес, надеюсь, что в будущем оно появится. Ну, а проводить, допустим, если проводить чемпионат Европы, чемпионат мира и, и то их даже в том же в международной академической школе можно провести, то есть они соответствуют, допустим, провести в правильности, тем более сейчас в, в, в связи с коронавирусом, то есть не, что очень, кстати, было приятно, извините, что я немножко, я немножко перескочу, а когда мы только приехали, мы заезжали в Румынию, была желтая зона, но в первый день, в первый день, сразу объявили красную зону в Клушнапоке. И там в, одновременно проходило три чемпионата мира. Чемпионат мира по бальным танцам, чемпионат мира по авторали и чемпионат мира по карате и кабудо. То есть гостиницы, город был переполнен иностранцами. Полностью. Вот. Но я вам хочу сказать, что э, нет такого переполоха, такого. мы ничего не увидели. Чисто, спокойно. То есть все спортсмены э, должны были показать ПЦР-тесты. Вот, э, вакцинированные э, паспорта и э, у входа в первый день мы все проходили показывали первый день мы показывали ПЦР тесты 72 часа, часа на второй день когда уже это срок вышел все проходили заново ПЦР тесты вот. так поэтому никакого... нет нет ничего нет. Такого не было. нет нет все нет было вы знаете на... конечно на настолько мне очень понравилось все судьи были в масках вот. ну спортсмены понятно они все были без масок вот, ну когда выступали, а когда после выступления, ну здесь уже каждый имел свое право там одевать, но э, все были вакцинированы, то есть э, спортсмены, это, это была такая, знаете, очень такая дружелюбная, милая обстановка, и я был очень-очень рад. От. Як щодо найближчих планів, якщо не брати так масштабно за чемпіонат світу, можливо, чемпіонат України? Я знаю, що відбувся чемпіонат Одеської області. Коли ж нам чекати чемпіонат України? Чи будете ви приймати в ньому участь? Я можна відповісти на цей питання. Значить, следующий рік буде дуже плодотворним для нашої збірної. Украины, поскольку у нас уже сейчас, опять же, на базе Международной академической э, школы Одессы пройдет э, 20-й Кубок Украины по Годзюрю, Карате и Кабудо. Вот, он пройдет среди взрослых и, безусловно, пройдет первенство Украины среди детей, кадетов и юниоров. И тем будет закончиться наше выступление касательно Министерства спорта Украины – а чемпионат Украины в 2022 году будет в марте месяце, опять же, на базе Международной академической школы. Вот. Это будет отборочный чемпионат для того, чтобы попасть на первые вторые номера, только могут по системе отбора, только первые вторые номера могут попасть в национальную сборную для того, чтобы представлять нашу страну на данном чемпионате мира в Майами, который будет в США проходить по карате и кабудо. Затем 1-9 августа на Кинаве Будут проходить также чемпионат мира по карате и кабудо. Вот. Кинава, чтобы вы понимали, это как сердцевина всех боевых искусств. Поэтому выиграть все японские турниры это, ну, является самым-самым большим достижением. Вот. Поэтому обычно там ну, собирается не меньше 3-4 тысяч участников. Вот. Ну, когда я выступал, было 128 стран. Поэтому в категориях по 150, по 160 человек, то есть очень сложно выиграть. Но тем не менее, никто не теряет надежды и шансов на это. И в сентябре, первой неделе сентября у нас будет чемпионат мира, город Фолиньо, это Италия, по Годзирю, где будут разделы Ката Годджирю, Олимпийская карате, по правилам ВКФ, и полноконтактные поединки раздела Ирикуми. Вот здесь, в этих полноконтактных поединках, наша сборная команда Украины является ведущей, вот. ведущей вход в пятерку сильнейших стран, поэтому мне будет очень приятно, если вот, как я уже повторюсь еще раз перед всеми зрителями, что при поддержке, может быть, нашего телестудии, репортера, вот мы были очень рады, если бы сотрудники компании могли также присутствовать на нашем чемпионате и поболели, и поснимали, вот. Чемпіонат міри, поскольку сейчас вже настока було, Ну, допустим, даний чемпіонат в Румунії була пряма трансляція. і всі люди могли свободно смути, що відбувається. Будемо сподіватися на співпрацю. Дякуємо вам, що ви завітали до нашої студії, знайшли, знайшли, час та прийшли сьогодні. Для телеглядачів я нагадаю, до нашої студії сьогодні завітав президент Федерації Окінавського діру Карате до України Валерій Кусі, а також спортсмени, які безпосередньо брали участь у чемпіонату світі. Юлія Кондратенка та Константин Біляєв спілкувалися про чемпіонат світу з карате, який відбувся 22-26 вересня в Румунії. Мене звати Крістіна Черновалова. До нових ефірів та гарного вам вечора.